Ребятки, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятушки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем трек «Грязь». Ой, эмоционально, ребятки, так классно, красиво. Знаете, слушаю и думаю, что дальше будет, понимаете, ребятки? Так классно, музыка прекрасная, нравится, голос идеальный, ребятки. Все так красиво, так все вкусно, ребята, мне нравится. Профессионально. Да, профессионально, ребята, слушаем, наслаждаемся. Телефон ест, останови собой танк, в котором я сижу, как отец, по резолюции план. Оставить носом о всех, ведь без конфликта я как берсерк, без доступа в Колизей базе. 15 лет и банчу мне по фану, стекло трассы скручивал металл. 16 я уже повымогал, в кабинете пьяного мента, а после не закончилась бравада. Каждый день я скрючила беда, спасибо мать за то, что удержала на цепи, как бешеного пса. Не отпустит прошлое, мы помним, как сочилась кровь из молодых, как пустил я корни на притоне, чтобы упасть по объятия темноты. Наши улицы большой питомник, милый дом, приют для школоты. Знаешь, что я понял на притоне? Рыба может гнить из головы. Посмотри, в такой грязи мы все увязли. И мы, как догоны, победила все. И хоть на первый взгляд мы все тут разные, совершенно одинаково без ним в лицо. Посмотри, в какой грязи мы все увязли. Чувствую их энергетику, это мой дар. Ведь их подушили подушками, спальни приюта. Мне дали понять, что мы звери. Каждый тут сам за себя, я не первый, кто выделил этот изъян. Даже обезьяны бы охуели, что произошли мы от обезьян. Ты спросишь, почему жестко так? Может, не согласен, но мне похуй. Ведь я не просил, чтобы малолетки каждый день толпой мне разбивали морду. Я хотел увидеть сожаление, да найти спасение в словах моих воспитателей. Но на коленях стоя я услышал только. И вот я делю себя как человека. Что-то вам даю для размышлений, но почему трясется мое века, твердеют пальцы с венами на шее. И для чего я раскрываю сердце, если ваши так раскалены, что я только счастье понял соответствие. Подушкой той душили вы. Так, ребятушки, что могу сказать? Во-первых, хочу поблагодарить исполнителя, автора такого замечательного трека, ребятки. Очень какой красиво. Трек поучительный, ребятки. Красивый, честный. Ребята, умница, вот молодец. Спасибо тебе за трек. Во-первых, о чем трек, ребятки? Трек о жизни. О той стороне жизни, где происходит плохо все, ребятки. Плохо происходит. Нечестность, обман, высокомерие, унижение. Вот все. Плохая сторона человечества. Правильно он поет. Правильно. Пир во время чумы. Ну, правда, ребятки. Сейчас такое время, а люди беснуются, не знают, что делать. Вот. Он написал трек об этом. Умница! Умница, респект! Дальше. Хочу оценить голос.
Шикарный голос, шикарный. Как он красиво пел. Знаете, вот у него каждая ноточка попадала вот, знаете, в свою ноточку. Все ровно, красиво, понятно, музыкально, одаренно. Все правильно, красиво, молодец. И немножко был, автотюнинг немножко был. И голос был слышен хорошо. Все в меру. Не было, кажется. Был, немножко был. В меру все, в меру, ребятки. А голос шикарный, как он красиво пел, ребятки. А какая музыка, какая красивая музыка. Все красиво, все прям, все вот продумано. До всех маленьких мелочей. Все продумано. Целостный трек. Да, идеальный. Вот настоящий артист. Может, это действительно вот уже такой... Известный артист. Да, и мы же не знаем, да, да. Потому что у него все шикарно. Профессионально все. Профессионально. Все продумано. И знаете, интонации в голосе. От души, от сердца пел. Сопереживал. Голос шикарный. Музыка шикарная. Трек великолепный. Мне очень понравилось, ребятки. Очень. Ребята, слушайте, наслаждайтесь. Вы не должны знать только хорошую сторону человечества. Мы должны знать все. Понимаете, друзья? И хорошее, и плохое, ребята. Пока, друзья.